Так, давайте, пока батарейка не села, расскажите, где мы сейчас. Мы сейчас на Курск-Гинзовском заводе. На бинзозаводе, да? На бинзаводе. Но это не то, о чем вы подумали. Это выставка современного искусства. Нет, мы не бухаем. Да, все хорошо, нам очень весело. Минус один. Ну а вам что, нечего рассказать для наших любимых друзей-стажеров? Мы вас пока еще не посмотрели выставку. А, ну понятно. Да, мы ждем с нетерпением этих шикарных работ. Пока мы их найдем тут. Шикарных работ. Вот, ну ладно, до следующего включения тогда. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme, qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme, Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. Jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste, d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche, l'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme, qui aime bien ce genre d'enjeu, veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut, s'il le veut. Так, назовите свои имена и цель визита. Что? Свои имена? Это Мила, а это Ксюша. Цель погулять было вместе. Задание от великих людей Грани, которых мы очень любим, уважаем, все такое, да-да-да. Итак, мы все посмотрели. А? Мы все посмотрели? А, да, мы все посмотрели, посетили просто огромное количество разных выставок. Вот, да, нам еще очень понравилось. Мы повеселились, потом поняли, что мы очень голодны, и решили посетить такое прекрасное место под названием Атриум. Поднялись на самый высокий этаж и нашли там прекрасное место, где можно было поспать. Макарена. Как следует. Сейчас как следует, как раз все в вас понесет. Это на милую все. Все выйдет. Нет, а лучше туда. Жалко салату. Что мы все хорошо. Ну, по-моему, потрясающе. Видишь? Секас. А ты говорил прикрыться. Да-да, он, да. Сейчас задам самый популярный вопрос. Мы покушали, все счастливы, довольны, теперь нам хочется спать. Мы вроде как собирались домой.
Ну, на самом деле, мы сейчас сидим в подвале. Да, но некоторых девушек, которых сейчас не хватает в кадре, потянуло сходить в магазин. Они у нас, наверное, великие шопоголики. Вот, и мы, конечно, пошли вместе с ними. Но вот они уходят где-то вот там. Вот. Но, в общем, сил у нас не хватило, мы теперь сидим и отдыхаем. Да, вот где-то там. Короче, там потеряться можно, да. Там огромный магазин, теперь мы сидим. Скидки просто. Они поймали. На большие цены. Да. Да. Но они, по-видимому, поймались на этот уход и... Мы сидим на таких вот синеньких диванчиках, где торчат ниточки. Да. Ну, в общем, не знаю, сколько мы будем их еще ждать, но суть в том, что нам очень понравилось, мы очень счастливы, что все. Никого больше ждать не будем. Ну, в смысле, чтобы записать еще что-то. А, ну, наверное, да. Мила уже залипает. Мила, давай еще раз залипни. Специально для вас. Мила покушала, теперь хочет спать. Кровь из мозга. В общем, пошла в желудок, да? На этом, наверное, вот. Собственно, вот так вот мы выполняли наше задание. Ну, там будут еще всякие фотографии, потом посмотрите. Или уже посмотрели. Да, все. И с этим заканчивается в атриуме в дисконт-складе. А еще сейчас выяснилось, что снимать нельзя. И прочее. Куда это, да? Итак, кто у нас главный шопоголики? Покажите свои лица. Все, мы вас засняли. Je veux bien qu'il me nomme Papa. Si...